На прямую связь с главой региона вышел мэр Сочи. Анатолий Пахомов доложил, что сейчас город и поселки живут в обычном режиме. На выходных на Олимпийскую столицу обрушился шквалистый ветер. Он валил деревья и линии электропередачи. В море поднялся шторм. Волны смывали пляжи и даже частично подтопили прибрежные гостиницы. Десятки задержанных рейсов в аэропорту, поваленные деревья, в том числе и несколько поселков остались без газа и света. То есть вот здесь важно понимать, насколько ситуация сегодня локализована, насколько все это было критично, насколько сегодня вы вернулись к прежней обычной жизни. На данном этапе мы работаем в обычном режиме. Никаких отключений ни газа, ни света нет. Большой шторм, большая волна. Они повредили, или даже смыли 6 аэрариев. Там прямо на набережной. Вот. Размыта дорога вдоль курорта Имеретинский. Она размыта, но со вчерашнего дня восстанавливается дорожниками. У нас самая страшная проблема с пляжем – это в Лао. Там пляж просто не пляж, а набережная смыта. Вот по ней будем в течение зимы принимать меры по строительству новой набережной. Самое главное, отметил губернатор, что удалось избежать человеческих жертв благодаря своевременной работе оперативных служб. Здесь все краевые руководители.